Я считаю, что государство должно сделать все, чтобы национальные меньшинства себя не чувствовали меньшинством. То есть, чтобы они имели свой язык, они бы его учили в школе, оно бы развивалось, чтобы их культура развивалась. То есть, чтобы они себя чувствовали полноценными гражданами той страны, в которой они живут. Я считаю, что это обязательно. Конечно, есть совсем маленькие этносы. Ну, с этим сложнее, поскольку, ну, если они совсем маленькие, то бывает трудно уделять им необходимое внимание. Ну, скажем, есть такое этническое меньшинство, которое называется удины. Их никто не знает вообще. Ну, не знаю, их там сколько человек, 500, 600. Но если говорить о более крупных этносах, то я уже сказал, да, я считаю, что это долг государства делать так, чтобы они чувствовали себя полноценно.